не знаю, сложно предположить сегодня очень результативный характер этого матча, и та, и другая команда умеет удержать преимущество, и многие наблюдатели сходятся. Форлан из глубины поддерживал пару форвардов Суарес и Кавани. Суарес на левом фланге, финт, еще финт, штрафной уже Суарес, удар, Кингсон. Человек третий голкипер в английском Уигане. В голубой форме, в форме сборной Уругвая возле чужих ворот, опасный момент. Пока в основном с помощью стандартов и фактически ходят, но чем дело завершится, сказать сложно. А у нас опасный момент. И выше цели мяч летит. Суареса выпускают. Подача. Ох, удар какой! Чуть-чуть не попадает сейчас. Бьян. Это Буатен. Бьян. Удар мимо цели. Вот о чем я говорил. Вот в таких ситуациях. Штрафной тогда и не нужно было отдавать. Бьян. Беков нету в сборной Уругвая. Буатен. Какой бы гол был сейчас. Лучше играет Ганов. Ух, удар, какой гол. Гол забивает Сулейман Салимунтари с левой ноги. Вот вам, пожалуйста, 1-0 в пользу сборной Ганы. Кстати, на этом у нас заканчивается. Еще раз с правой ноги. Ну, Форлан. Удар Форлана, гол. Vamos arriba la Celeste. 1-1. Сравниваю счет, уругвайцы. Ну и здесь тоже не обошлось без ошибки голкипера. Батенг здорово налево. Нет офсайда, можно играть. Удар! Муслера парирует. Монтари на добивании. Скотти близ. Ювентус. Передача слева. Опасно! Ой! Как Суарес в ворот-то не попал. Вот они косили. Суарес. Удар в ближний угол Суареса. Только этот угловой выполнен. Это уругвайцы. Суарес. Любой стандарт Форлана, если... Перес немножко поаплодировал, и все. Поехали. Форлан. Хорошая передача. Ладейро. Ох! Сейчас поменяются воротами, и игра продолжится. В миниатюре. Ой, как опасно! И сами же... Дальше Перейра. Навес. Опасно! Муслера! Опасно! Ой-ой-ой! Нет, не гол! Что такое? Что решает сейчас арбитр? Празднуют футболисты сборной Ганы. Что? Уже истекло время. Удар! О-хо-хо! Перекладина! Бывает же такое в этой жизни, а? Форлан. Первый футбол. Форлан. Один. Да. Ну, вы знаете, я тут поймал. 2-1 в пользу Уругвая. Скотти. Ох. Да. Все-таки... Удар не точно. Ой-ой-ой. Это как раз Ади молодой. Удар. И Муслера опять парирует. Vamos arriba la Celeste. Мы идем по Уругваю. Полуфинал Уругвай-Нидерланды. Это был фантастический матч по накалу, по эмоциям. И вообще потому, что происходило на поле в концовке дополнительного времени.